Я у Игоря Барабаша. Длина 60 метров. Ширина 12 метров. Я, может, неправильно сказал. Еще раз перемерю шагами. Но абсолютно точно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, правильно. Ему осталось еще 16 ферм поставить. Вот он слепляет их двое, две соединительные. Полуферм 25, а ему 32 надо. Сегодня он принес, вот пришел КАМАЗ. Это не КАМАЗ даже, СК этот. Он сам ездил. 6 кубометр лес. Сам похвалил, говорит, хороший лес. Сейчас я с этой стороны обхожу. Сегодня 24 июля. Ну, место красивое. Вот это он содрал слой плодородной земли. Тут порос травой. А здесь возил землю с бывших селосных ям. У него хорошо это разровнялось, получилось. И, как мне кажется, даже есть небольшой наклон. И это хорошо, вода не будет стоять. Пока уляжется. Я постараюсь залезть потихоньку к ним. Я поднимаюсь сейчас по лестнице. Шатается он как. Вот я поднялся повыше. Братья работают. Никита, Исааки, дети Андрея Устинова. Будьте очень осторожны. Десятки раз проверяй, как попало, доски не ложите. У нас так вот был, он с 7-го этажа вниз головой нырнул. Мальчишка. Глаза выскочили сразу от удара. Ну, живой остался. Вот она бывает не прибитая, подскользнулся где-то. Ни на что не надейся, только на то, чтобы по технике безопасности соответствовало. Я работал прорабом когда-то. Ох, как приходилось дрожать за все это. Вот отсюда как выглядит под вершинки. Я ухожу. Сейчас здесь. С лестницы, когда воевали, легко как сбрасывать. Она шатается, штурмует, оттуда отталкивает палками, крючьями. О! Тоже забрался. Вот тебе на. Ты лучше под себя доски по. Подкладывай. Так не держаться не надо. Ну вот правильно, тут уперли они. Вот к этим кронштейнам косым. Привязали и уперли с двух сторон досками. Ну, а если пойдет, она сложится гармошкой, все полетит. Ну, как будто бы Бог милует. Старая техника тут все везде.
Хорошего-то ничего нету. Металлолом. Ну, какие-то детали. Да, еще получается 60 на 12, 72. Если 2 сотки, нет гектара-то. 1,5 раза, кажется, это шире, чем тот у него склад. Я там мерил 502. Ох, какие огромные березы вот стоят, прямо огромные. И все это рядом. И тут же ягоды клубника. Тополя, могущие тополя. Там ерема красит. Сейчас я пройду вперед. Все. Исааки слазит, я за него очень боюсь, за Исааки. Молоденький такой. На такой высоте опасно. Сознание потерять на 1 секунду, и уже все. Жизнь в твоих руках. Вся твоя ловкость исчезнет. Я иду сюда со своим велосипедом. Вот он очищает ржавчину, а потом валиком накатывает краску. Бог, помощь тебе, Иеремия. Да сохранит тебя Господь. Какой молодец у вас. Молодцы родители, приучают к труду. Как тебе это сгодится? Хоть где? Хоть в несвободе, хоть во свободе. Ты везде нужен будешь. Я примеряю к тому, что обстановка внезапно изменяется, и человек не знает, что будет завтра. А тебя хоть куда? Применят. Одного взяли, он, я воевать не буду. А узнали, что он хороший пекарь и сапожник. В монастыре работал. И он там маршал даже сапоги сшил. И даже в конце войны орден дали. И он никого не убил, и все стряпал, сшил сапоги. Из других фронтов ему заказывали даже. Бог помощь. Спаси Христос вас.